Зрение – основной орган чувств, через который мы получаем большинство информации. На втором месте находится слух. И примерно та же ситуация у всех других животных. Но как видят мир насекомые? Ведь их глаза имеют совершенно другое строение. Сегодня мы посмотрим, как видит мир муравей, почему его глаза именно такие и насколько хорошо он видит. Муравьиные глаза, как и глаза многих других насекомых, например, пчел, называют фасеточные или фасетчатые. О чем многие не знают, так это о том, что у муравьев целых 5 глаз, а не 2, как вы бы могли подумать. 2 больших фасеточных глаза и 3 маленьких глазка, которые определяют уровень освещенности. 2 больших фасеточных глаза имеют очень сложное строение и способны различать движение на расстоянии до 5 метров, что для муравья очень большое расстояние. Но вот с качеством зрения, разрешающей способностью, у муравьев очень большой минус. Но фасеточные глаза и не рассчитаны на это. Основная их цель – замечать движение. Вот почему так сложно поймать муху. Потому что, несмотря на то, что зрение у нее далеко от идеала, как и у муравья, она имеет фасеточные глаза и очень хорошо видит движение вашей руки. Сам глаз муравья выглядит как поле сотовой связи, а единица зрительного аппарата насекомых, и муравьев в частности, называется аматидий. У муравья аматидиев не так уж и много, всего лишь 100. То ли дело стрекоза, у нее 30 тысяч аматидиев, в 300 раз больше, чем у муравья. Поэтому, несомненно, муравьи далеко не лидеры в зрении среди насекомых, а некоторые подземные виды муравьев и вовсе слепые. Фасеточные глаза гораздо сложнее наших, а некоторым беспозвоночным они позволяют видеть ультрафиолетовое излучение, которое мы с вами не видим. И самый интересный момент, и собственно плюс против наших глаз, это устойчивость к повреждениям. Если из строя вышла часть аматидиев, то глаз не перестает работать, потому что эти единицы глаза действуют независимо друг от друга. Это как бы много-много микроглаз. Самое интересное – это заглянуть внутрь аматидия и посмотреть на его строение. В нем есть 3 основных части – преломляющие, воспринимающие и изолирующие. Преломляющая часть состоит из 2 линз, у которых полностью фиксировано фокусное расстояние. Наружная линза, или же хрусталик, состоит из хитина и имеет двояко выпуклую форму. Внешние хрусталики аматидиев видны как шестиугольные фасетки, а в углах соприкосновения смежных линз имеется аналог нашим с вами ресницам. Длинные прямые щетинки, которые служат для защиты глаза от пыльцы. Рецепторная часть аматидия состоит из сильно вытянутых зрительных клеток, соединенных в общий пучок. Обычно их насчитывается 8. Верхние части, соприкасаясь между собой, в процессе развития выделяют общую зрительную палочку – рабдом. Изолирующая часть глаза состоит из пигментных клеток, содержащих черный пигмент, который поглощает свет. Главную часть изолирующего аппарата составляют клетки, окружающие хрусталик. Благодаря им вокруг каждого аматидия образуется светонепроницаемая оболочка, которая защищает рабдом от попадания боковых лучей света. И если использовать знания о строении этого глаза, то можно смоделировать изображение, как видит мир любое насекомое, и в частности муравей. Конкретно муравей видит примерно так. Да уж, не впечатляющее зрение, но надо помнить, что глаз муравья содержит всего лишь 100 аматидиев. Да и в целом зрение любого насекомого в большинстве случаев зависит от числа этих самых аматидиев. В общем, можно сказать, что зрение муравья устроено сложно, но это не означает, что он видит лучше нас. Просто его глаза сделаны с определенной целью для определенных действий, которые востребованы в мире насекомых.